Пробуди из Кыргызстан, Дух Божий с тобой. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно всю вашу семью, все ваши планы. Пусть сегодняшний день для каждого из нас будет успешным, благословенным днем. Мы начнем сегодняшний день хорошо, с молитвы Богу. Сегодня пятница, 3 июня. И мы сейчас будем молиться и просить у Бога направление, силу, защиту. Верим, что Он услышит нас. Хорошо? Это момент молитвы. Давайте сейчас обратимся к нашему Господу. Мой Отец и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве. Новый день начинается, и мы просим, мой Бог, благослови этот день. Направь, мой Бог, нас, защити нас. Мой Бог, пусть этот день будет успешным и благословенным днем для каждого из нас, чтобы Твое имя было прославлено в этом, и мы могли свидетельствовать о Твоем величии в нашей жизни. Используй нас, мой Бог. Мы на этой земле для того, чтобы служить Тебе. И поэтому мы просим, чтобы Ты дал нам направление, мудрость, чтобы мы могли поступать, мой Бог, как написано в Твоем Слове, благоразумно, и отличаться от других людей, чтобы Твое имя было прославлено, чтобы люди заинтересовались, чтобы они захотели знать, в чем разница в нашей жизни. И тогда мы сможем сказать, что Ты с нами, что мы служим Тебе. Направь, мой Бог, нас, иди впереди каждого из нас. Дай нам силу, мудрость и направление, чтобы мы могли поступать не по-своему, но по Твоему слову. Поставь, мой Бог, сильных ангелов вокруг нас. Защити нас, нашу семью, наших друзей от всякого зла. Мы благодарим Тебя, мой Бог, за этот день, за дыхание жизни, за здоровье, за силу, за семью, за все мы благодарим. И по вере мы провозглашаем, что этот день будет успешным и благословенным днем для нас. Во имя Иисуса Христа. И мы также молимся за нашу страну, просим, чтобы Ты благословил Кыргызстан. Исцели, мой Бог, нашу землю. Да будет, мой Бог, прорыв, победа в нашей стране. Да будет и здесь исполнена воля Твоя. Мы просим, мой Бог, каждый день. И еще раз соединяем нашу веру. И мы благословляем нашу страну. Излей, мой Бог, благословение до избытка. Пусть здесь в нашей стране у людей появится желание искать Тебя. Мой Бог, благослови президента, правительство, всех людей, которые имеют власть. Используй их, чтобы они могли управлять нашей страной успешно, правильно. И да будет победа в нашей стране. Мы молимся также и за другие страны бывшего Советского Союза. Защити, мой Бог, Твой народ во всем мире. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. И отдаем, мой Бог, все в Твои святые руки. Во имя Господа Иисуса. Дорогие друзья, помолитесь со мною. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь.
Слава Богу! Дорогие друзья, будьте уверены, что Бог услышал нашу молитву, и Он благословляет наш день. Сегодняшний день будет успешным, успешным днем для каждого из нас. Аминь? Обратите, пожалуйста, ваше внимание на то, что здесь написано в Евангелии от Луки, в 3 главе, 8 стихе. Это направление для вас на сегодняшний день. О том, что написано в Слове Божьем. Написано: «Совторите же достойные плоды покаяния, и не думайте, говорите в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраам». Что здесь Иисус имеет в виду, дорогие друзья? Дорогие друзья, недостаточно сказать: «Я сын Авраама, я дочь Авраама, у меня вера есть», потому что когда мы говорим «мы дети Авраама», то есть мы верим в Бога, да? Но недостаточно это сказать. Что нам нужно делать? Нам нужно, как Иисус сказал, сотворить достойные плоды покаяния. Потому что когда мы делаем это, наше поведение меняется, преображается, да? Мы начинаем поступать по-другому. Кто говорил раньше ложь, начинает говорить правду. Кто раньше ругался матом, он начинает прославлять Бога своими словами. Он начинает даже славить Господа, даже своими словами, да? Когда человек, он тогда сотворяет достойные плоды покаяния, все меняется в его жизни, сначала, конечно, внутри его. И это самое главное. И этого не хватает многим людям. Потому что, дорогие друзья, как вы поступаете сейчас, это определяет то, что произойдет завтра. Когда вы сотворяете достойные плоды покаяния, вы начинаете поступать правильно. И вы начинаете сеять хорошие семя. И у вас будет, конечно, у вас будут хорошие плоды. Подумайте об этом. Не говорите просто, что вы верите в Бога, но поступайте по вере. Не говорите просто, что Бог спасает, а ищите спасение для своей души. Не говорите просто, что Бог, Он великий, а ищите вот это величие в Его слове, да? Поступая по вере, проявляя свою веру. И у вас тогда все будет хорошо. Бог будет с вами. Хорошо? Это Слово Божье для вас на сегодняшний день. Простите того, кого вам нужно простить. Перестаньте делать то, что вы знаете, что не угождает Богу. И тогда эти плоды покаяния будут приближать вас к Богу. И у вас все получится. Аминь? Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекому времени. Вы можете присоединяться к нам, хорошо? В 6 утра вы можете молиться с нами. Напишите в комментариях, откуда вы участвуете в этой молитве с нами, хорошо? И в ваши комментарии добавьте, пожалуйста, вот эту фразу. Я буду совторять, да? Я буду, как Иисус сказал, сотворите, да? Достойные плоды покаяния, тогда напишите: «Я буду совторять достойные плоды покаяния, и это будет хорошо влиять на мое будущее». Аминь? Пусть Бог благословит вас обильно, хорошего вам дня. Мы ждем вас сегодня в 10 утра, в 15:00, в 18:30, в Центре помощи Кыргызстана, и здесь, чтобы молиться за вас и провозглашать Божье благословение в вашей жизни. До свидания, всего вам хорошего. Прикоснись ко мне, Дух Святой, и прибудь во мне, Дух Святой, обнови меня, Дух Святой, наполняй Твоим желанием меня.